Поехали. На мой первый бой пришло 15 тысяч человек, а дома смотрел еще миллион. Главной моей целью было надрать ему зад. За весь бой я не чувствовал угрозы. Я в 10 раз его лучше, как боксер и как спортсмен. Я бью сильнее, двигаюсь быстрее. Я во всем его обхожу. В том бою я должен был победить. По решению большинства у нас ничья. Победителем был я, почти все так считали. Будь у нас еще раунд, я бы его добил. 9 ноября я отправлю этого пацана в нокаут. Все косточки переломаю. Логан Пол! Я вызвал Логана Пола на бой, дрался с ним. И теперь у нас будет реванш. Третьего боя не будет. Я положу этому конец 9 ноября. Когда прозвенел звонок, две величайших интернет-звезды начали друг друга мутузить. Даже не верится.